Так, давно ничего не записывал, ничего не снимал. Как не записывал? Записал, блин, ролик. Отзыв о подушках. Все записал, короче. Он даже был, этот ролик был записан перед, перед роликом с этим, с кайковертом, с инструментом. Опять флешку почистил на камере, все, блин. А там ролик был, ну, как бы, одним дублем. Одним дублем все записал. Главное, с камеры на телефон скинул этот, с инструментом, ролики, да, вот эти несколько роликов. А этот не скинул, блин. Еще бы одну кнопочку нажать и все. Ну ладно, не беда, как-нибудь запишу. Дело-то все в том, что два-то раза, короче, плохо записывать на второй-то раз. Начинаешь уже путаться. Да ладно бы по бумажке читать, да? А тут же все такая отсебятина идет. Так, ну что, примчался я в командировочку. Помчался сейчас на Сухач. Вчера я приехал, друзья, в понедельник, сегодня уже вторник на дворе. На дворе сегодня вторник. Ох, вторник, соловей задорник. А раньше мы, когда у меня Наська маленькая была, махонька была. Каждый день недели какой-то был у нас. Понедельник. Да, понедельник день тяжелый. Ну и там как бы вот так вот. Вот. Ну, конечно, пятница у нас была. Пятница колобком прикатится, а не пятница разворотница, да. Ладно, друзья. Так, сейчас я вам включу, короче, то, что делать никогда нельзя, когда вы едете на велосипеде. Вот этот вот редиска нехороший человек даже меня сматериться заставит. Паразит, блин. Едет, я ему пибикаю, он даже ухом не ведет. Наушники в уши вставил и на велосипеде шпарит. По дорогам общего пользования. Заранее. Мне нисколько не жалко. Херач, езди. Ну и, ребят, у него что в башку спридет? Вообще же непонятно, да? А вдруг ему этот телефон там в голову что-нибудь там выедет навстречу? Он херак, а тут я. Вдруг американцы за ним следят? Ё-моё, блин. Это вообще самое опасное. Такие вот, вот такие пассажиры вообще наиопаснейшие. Потому что он едет, кроме музыки-то ничего не слышит. Я пибикаю, он даже ухом не ведет. Обалдеть не встать. Вчера, ну ладно, пускай ездим. Ой. Раскачало, как заподпрыгивал я. Вчера съездил на Городец рейсик. Приехал в Городец, а у них на кране клешня сломалась. Ё-моё, блин. Такая вот бедовая беда. Знаю, не вытяну я здесь на пятой. С фанеры сейчас еду на Сухач. На сухобезвозный. Что-то у меня перестало это задираться кверху. Надеюсь, будет меня видно. Так, друзья, купил я еще электрическую болгарочку. Это будет один из следующих роликов. Там она, короче, немножечко с косяком. Немного с косяком. Ну, ролик будет, все увидите. Один из следующих роликов будет. Ну, когда я домой приеду, будет по электроболгарке. Что еще сказать? Про клешню сказал. Доехал сюда нормально. В понедельник утром я выехал. Часиков 8, наверное, в 9. Доехал на Роя мостик. Здесь одну половину уже. А, не здесь починили. Здесь еще чинят. А в Батареевке. А там вот в сторону Нижнего. Ну, у Заковернинских поворотов. Там одну сторону уже починили. Сейчас делать будут вторую сторону. Но вторая сторона там получается шире. Они делают, знаете, на три части, наверное, делят. С
сначала делают одну третью часть моста, а потом две трети. Вот как-то так, никак не половина-то, наверное. Половина-то, наверное, не получится. Погода у нас херовенькая. Ну, зацените, какая пасмурная. Пасмурная погода. Сегодня опять ночью дождик шел. С буфера выезжал, побуксовал немного. Ну, резина лысоватая. Поэтому как бы пробуксовываю от КамАЗа. Да там такой подъемчик был небольшой, вот из-под засел. А, не подъемчик, а приступочек такой. Так, вот он мостик. Чинят его. Ох, друзья мои, смотрите, какая удача. У нас зеленый свет. Нам светофор нам дает добро. Делают так нормально, капитально делают. Мне даже прям аж, честно говоря, самому нравится, как делают мосты. Вот, зацените. Все бетоном залили. Битумом. Этим. Ну, битумной. Битумным рубероидом застелили все. Еще и какие-то бордюры, что ли, будут ставить. Непонятно вообще. Все новенько, нулячи. Церковь, вон, смотрите, что-то тут. Пристроек церкви делают. Кирпичами такими. Под старину, да? Наверное, это специально такие кирпичи делают. Ну не бэушно же, правильно? А может бэушно? Фиг знает. Можно целуки. Такое ощущение, что как будто бэушный. Из бэушного кирпича церковь строят. Я не знаю, тут или церковь, или монастырь. А кто семеновские? Пишитесь. Наверное, церковь, скорее всего. Быдревка. Это была Быдревка, друзья мои. Что же, названия-то такие тут, капец. Вот такие вот делищищи. Ладно, поездим на Сухач, поработаем. На Сухач, да на Городец. Впереди у нас все равно распутится сейчас. Сейчас вообще каждый день может стать, каждая неделя может стать крайней в этом сезоне, в летнем. Как только из леса вывозка закончится, так и все. Трындец на холодец, друзья мои. Так, что я в передачах запутался, надо же повышенную включать, я пониженную включил. Я на пониженной еду и пониженную уже включил. Ладно, давайте где-нибудь в Сухаче встретимся. Включимся. Домчался, друзья мои, до Сухача. Сухач родной, встречай меня. Сейчас я вам покажу, какие тут тротуары делают. Блин, вообще классные. Я уже как бы показывал когда-то в роликах, да? Но сейчас они уже близки к завершению. Ох, я отсюда уже вижу, что он даже в начале уже асфальт постелили. Тротуары, конечно, вообще мощные сделали. Ой, блин, вот здесь нырок такой был, вообще опасно. Ладно, его тоже застелили этим асфальтом. Раньше вообще была дыра, блин, ямин. Так, вот здесь у них магазинчики, вокзал. Там он, видите, он вокзал или что тут? Я не знаю, или вокзал, или пристань. И вон, смотрите, какие тротуары захерастали. Асфальтированы. Широкие. Ё-моё, блин. Можно, людям можно ходить в три полосы, друзья мои. Вообще классно. Вот молодцы так молодцы. Ну, конечно, лишь бы это все не стало сильно проваливаться. Но с другой стороны, пешим-то, пешком, если будут ходить, как бы ничего страшного не было. Вы видите, подъезды к гаражам подзаасфальтировали немножечко. Людям помогли. Вообще класс.
Ой, блин. Смотрите, вон на дорогу, вон какой выезд сделали, въезд. Все асфальтом. Ну, вообще классно, молодцы. Молодцы, можно сказать. Припозднились, конечно, они, но, блин, что сделаешь? До дождей, видите, постелили. Тут выезды, все дела. Там вот был выезд. К магазину тут заезд сделали, тоже асфальтированный. Ну и вот так вот они продолжают, короче, ковырять. Все руками делают, все руками. Вы видите, бордюрчики поставили, ставят на бетон, ну, на цемент. Кстати, блин, подождите, 5 сек. Подставочку немножечко переставим. А, цемент замешивают, у них никаких ни бетономешалок, ничего нет. Прямо в ковше, вот это фронтальный погрузчик, прямо ковшом. Оп, песка подцепили, цемента накидали. Колонки он подъезжает, ковшиком херак, и воды наливает. Все размешали, поехал. Тут вывалил кучку, там кучку. И все. И нормально. Всякие бетономешалки. Вдвоем или втроем они работают. Плюс погрузчик. И туда вот он пойдет. Дальше еще. Нам-то надо налево. Сюда, в сухач. Так, на фанерник. Так, очереди никакой нет. Трактор гоняет. Все, заезжаем на заводик. Друзья, все, выгрузился в сухаче. На заводе там, короче, блин, такой кипиш. Сейчас бегают, работают, там пути перестилают, снимать ничего не стал. А, как бы это, ни к чему. Не надо лезть на рожон, да, как говорится. Все, выезжаю, выехал, короче, с сухача. Сейчас на погрузку, не знаю, куда поеду. Ну, куда-нибудь поеду. Ох, тротуары зачетные. По сухачу вообще очень мне нравится. Смотри, как классно. А самое-то главное, друзья, сейчас ни ребенки, ни взрослые по дороге такой ходить не будут. Вот ведь в чем дело. А то ведь вообще беда, оказия была, блин. Только как вот здесь зимой будут обстоять дела с прочисткой этих тротуаров, не знаю. Как будут их чистить? Кто будет их чистить, непонятно. Ладно, давайте катаемся дальше. Катимся волосы назад, друзья мои. Так, друзья, ну что, у меня обед. Ох, всем приятного аппетита. Заварил я вот такой вот. Хо-хо-хо-хо. Такую хренотень заварил. Что-то кашу я давно не варил. Ни кашу, ни макароны. Я, знаете, что хотел? Когда поехал в рейс, думаю, блин, возьму мультиварку с собой. И забыл, короче. Так, чтобы вот эта вот хренотень была чуть-чуть повкуснее, я ее заправил колбаской. Ох, копченая колбаска варшавская. Ну, тогда она становится более-менее такая вот эта вот каша. Пюрешная каша, друзья мои. Приятного аппетита.
Ничего я не взял. Кружку не взял, мультиварку не взял. Ё-моё, чай чё, блин, прям с чайник. А, термосы тоже дома оставил. Юрик Макарёрик. Беда какая-то, оказия. Так, где-то у меня есть соус. Соус какой-то Цезарь. Сейчас еще соусом Цезарем здесь задобрим это все хозяйство. Ох, царская еда, друзья мои. Хренотень, конечно, полная. Ой, ребята. Ну, конечно, вот такую вот вещь в охотку-то можно. Я уж за сколько я уж езжу, блин, до хера. 20 лет я уже, короче, езжу. Даже 21 год, наверное. Все за рулем. Я за эти 21 год наелся этих вот всех, блин, хренотеней. Вообще до зеленых соплей, блин. Не люблю я это. Ну, деваться некуда. Надо приучать себя жить без еды. Это как? Знаете, как цыган лошадь приучал без еды жить? День не кормит, второй не кормит, третий не кормит, четвертый не кормит. На пятый день херак, лошадь умерла. Ему спрашивают, от чего умерла-то? Не знай. Вот еще бы пару дней продержалась и вообще привыкла бы без еды жить. Так и у меня. Вот еще бы. Я сегодня, что, времени уже у нас обед, а я еще не завтракал. Вот если бы до вечера дожить без еды, наверное, вообще бы без еды можно было бы жить, да, если бы не окулел. Ха-ха, друзья. Ладно, все, давайте, приятного аппетита. Лаваш белый. Не было других лавашей, других в магазине не было. Давайте, все, короче, рубаю я. Приятного аппетита. Так, друзья, ну что, я опять на сукачек. А, зацените, какая дорога в сторону Ковернино. Новый асфальтик положили. Красота ехать, друзья. Наверное, сделали. Тут парни говорили, что уже это поломано, блин, так будут. Не быстро, не торопятся они делают. Так-то бы, конечно, можно бы сделать и подальше, и побыстрее. Ну, ладно уж, как получилось у них. Как есть, так и есть. Ладно, хоть тут сделали нормально. Вот здесь вот, на этом мостике, такой был, короче, нырок. Смотрите, красота. Сейчас прохожу, даже газ не сбрасываю. Практически. Ну, обочины еще не сделали. Наверное, будут делать уже ближе, наверное, к зиме. Ближе к осени не сделали. Будут делать ближе к зиме. Такие вот дела. Вот здесь асфальт уже другой. Вот как-то так. Ладно. Помчался я на сухачик. Прокачусь, сгоняю с Гонзой. Ну а там уже что видно будет. Ну давайте, если ролик уже закончился, знается все. На сегодня день, короче, закончился. Сегодняшний денек. Ха-ха. Завтра будет новый день и будет новый какой-нибудь репортаж. Да ну что, блин, дай бы бог, чтобы без всяких этих, без косяков поездить лучше. Нафиг все эти репортажи, да. А, сегодня мне сообщение написал один. Нифига себе, подпрыгнул я как. Фанеру нагрузили посередине коней, чтобы помягче ехать. Ого, взлетел, на взлет пошел. А, написал сегодня один зритель, наверное. Подписчик такое не напишет. Написал зритель. Я что, не посмотрел, на каком ролике-то. По-моему, где я там что-то рамкой занимался, что-то. Или стеклом, не знаю. Очень много пустого трёпа. А, весь ролик пустой трёп. А зачем мы здесь с вами тогда и собрались? Чтобы поболтать, друзья мои. Не, ну есть же полезные ролики, да, некоторые там, ну, их мало, но они есть же, правильно? Пускай будут. Что поделаешь, пусть. Так уж. Такие вот дела. Ну все, давайте, на этом, наверное, закончим. Давайте, всем счастливого пути, всем удачи на дороге, давайте, всем пока.